Стоит ли в 2019 году начинать карьеру видеоблогинга? Конечно, стоит. Если у тебя есть желание и цель развивать свой канал, то почему бы не попробовать и не добиться своей цели? Да, это не 2011 год, где можно было бы легко пробиться. Сейчас на YouTube большая конкуренция. Каналы-миллионники просто не дадут тебе появляться в поиске на первых страницах. Поэтому нужно снимать уникальный и качественный контент. И первая цель у тебя должна быть не заработок денег, а набор постоянной активной аудитории. Придется покупать рекламу у более успешных каналов. Главное, снимай интересные и познавательные видео. Можно снимать хайповые видео на разные популярные тематики, снимать разоблачения популярных видеоблогеров. Это, несомненно, быстро даст увеличение канала, но аудитория будет очень негативной.